Парни пытались выкрывать машину, но так как они прибежали до того, как прибежал хозяин, то как ее увезли, поэтому машину вернули. Но, видимо, сейчас будут оформлять штраф. Да, спасибо. Эвакуируют в связи с тем, что здесь парковка для инвалидов 15 метров. Видим, что знака инвалидности нету. Понаблюдаем. Сейчас может проверить, интересно. Скажи. Упасть. Как всегда. Как мы видим, парни работают на грани. Просто на грани. Номер эвакуатора Т-846НА-123. Вот мы видим, что инспектор воспользовался тем, что я отошел с камеры, и поэтому он отпустил без составления протокола машину с номером Е-446УЕ-123. Ну, не то чтобы это плохо или хорошо. Человек, я думаю, осознал свое вину. Поэтому отпустил. Ладно. Самое главное им дотронуться, потому что владелец может забрать свою машину только после того, как не может забрать уже после того, как эвакуатор тронулся. Все, поэтому они тронулись и с чувством выполненного долга поехали домой. Инспектор! 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 Здравствуйте! Примите обращение, пожалуйста. Можно представиться? Кто вы? Майор полиции Чудаков. Как фамилия? Чудаков. Чудаков, можно ваше удостоверение, пожалуйста? А вы кто, собственно? Я гражданин Российской Федерации. Ну и что вы хотите? Сейчас узнаете. Здравствуйте! У нас там документы остались. Как это забрать? Я не знаю, что это.
цветок? Я не вижу. Цветоток, ага. А где цветок? До 23-го числа. Вопрос нет. До 23-го года. Скажите, вы отпустили эту машину, которая здесь стояла, которую пытались эвакуировать. Почему? Без составления протокола. Ну так, ну я же видел, как вы не составили протокол. Покажите, пожалуйста, копию. А нет умысла. Нет, да? Странно. Вы были только с этим, и вы никуда не удалялись с поля зрения, и у вас нет с собой. Правильно я понимаю, что вы провели разъяснительную беседу, человек все понял и больше нарушать не будет? Конечно. Да? Ну здорово. А почему с этим товарищем так не получилось? А? Почему с этим товарищем так не получилось? С этим товарищем, где он был? Я здесь стою. Ну, машина-то уже уехала, все уже, да. А то вы тоже будете эвакуировать? А? То тоже будете эвакуировать? Конечно, а почему, вот смотрите, вы здесь стоите, да, машины паркуются, а вы прячетесь сюда за воротами, а потом, когда... Я как раз не прячусь. Не прячетесь, да? Да, некуда было машину поставить, я заехал, поставил и... Нет, он нормальный, нормальный. Быстро. Да. Нет, извините, может быть, попало. Мне документы из машины как забрать можно? Ну, поедете на Тургенева 15, там заберете. Это сегодня я могу сейчас сделать? Прямо сейчас можно сделать. А где заплатить штраф? Там есть. На месте? Банкомат. Так, что я там нарушил? Вы нарушили правила остановки. Вы кто? Я гражданин. Давайте. Я знаю, я нарушил. Я не спорю. Кстати, нет знака эвакуации. В смысле нет? Ну, в прямом нет знака эвакуации. Работает эвакуатор. Да, работает эвакуатор. А когда нет знака работы эвакуатора, вы не имеете права эвакуировать. Ну, вы можете обжаловать нарушение. Естественно. Хорошо. Договорились? Да, да. Ну, вы взяли его данные. Да, сейчас так, видишь. Давайте вот, перепишите удостоверение. Как вы будете обжаловать? Действительно, нет знака, работает эвакуатор, поэтому эвакуация отсюда незаконна, по сути. И, ну, я могу ошибаться, но вряд ли. Поэтому должны выписывать максимум штраф, и все. Ну, в общем, инспектор прячется здесь за воротами. Якобы говорит, что машину некуда было поставить. Сейчас мы покажем, где она стоит. Машину инспектор поставил вон там, включил даже сигнальные огни. Очень интересно. Зачем здесь? Горит мигалка, вообще непонятно. Служим России, служим закону, а должны служить народу. Номер. М-07-45, 23 регион. А, хорошо. Я так понимаю, что вахта закончилась у инспектора. Неожиданно. А где ваши материалы можно найти, а? Вы где-то публикуете их? Да, на Ютубе. На Ютубе где? Наталья, нас машину забрали на штрафстоянку. Я сейчас пойду заберу, говорят, сразу можно забрать. На Тургенева 15 рядом. Ну ничего, сейчас штраф заплачу, да и заберу. Че, говорит сразу все. Не-не, ты там сиди, я подъеду. Ну, как я и говорил, инспектор решил покинуть это место. Если вам надо этот материал, я могу прислать его на почту, если вы мне на почту напишите. Запишите почту. Запишите лучше вы, я потому что сейчас у нас вот как-то занят. Так, подожди, а мне же надо его же данные. А вы сняли его данные? А, ну, как бы там фамилия только и все. Вы можете его сейчас остановить и попросить. Ну, инспектор не отказывается предоставить свои данные, это хорошо. В данном случае я бы, конечно, обжаловал это эвакуацию, потому что эвакуировать не имеет права, по большому счету. Но надо вопрос уточнить, конечно. Инспектор
Инспектора, вы уезжаете? А? Ну, он переписывает. Что там вообще? Вы уезжаете? Нет, а то есть вы решили машину переставить поближе? Я хотел, чтобы вы, что если начали очищать парковку, так очистили бы до конца ее. Но я подожду тогда. Очень им не нравятся люди с камерами. Это прямо какая-то прямо катастрофа для них. Но так как деятельность полиции является публичной, поэтому... Инспектор, я вас жду. Хорошо. Угу. Да, да. А на YouTube где такой... Канал Дрон Го Го называется. Дрон? Го Го. По-английски. Дрон Го Го. Сюда тут добавил. А это что-то там у вас получается из этого всего? Ну как, я что вижу, то и снимаю. Не, я говорю, вообще какие-то подвижки есть? С чем? Ну вот с вашими вот... Вы давно уже начали? Да нет, я вообще тут проходил мимо просто. Я смотрю, что эвакуируют, думаю, надо посмотреть из-за чего. Ага. Вот так. Ясно, спасибо. Да, пожалуйста, не нарушайте. Это будет гораздо меньше проблем. Я именно почему и стал, смотрю, здесь все стоят, блин, вчера также стоял. Ну нет, там вчера я знак. Вовремя переставил. Я видел, что я знак, видел. Так они эвакуировали сначала машину, просто там хозяева прибежали, он успел, ну, да? Забрать, да. А вы не успели. Ну, запиликово, уже слышу, уже смотрю, как все называют. Не, ну, если пока он не тронулся, вы имеете право полное. Я в курсе. Вот. Ну ладно, удачи вам. Спасибо. А вы редко тут бываете, да? Я? Тут они просто вообще редко. 5, я не успел спросить у этих моих визави, что здесь, говорю, бывает или не бывает. И только я хотел у них спросить, слышу, машина запиликовая. Ежедневно 5 дежурит по этому району, потому что одни знаки там.